А почему его спросили? Он воплощение красоты. Как прекрасно должно быть то, с чем тяжело расстаться даже ему. Это Проксила! Я знал, что она придет. Проксила, прочти нам что-нибудь. Я читаю этот стих много лет. Алексиус, позволь мне услышать его заново в твоем исполнении. Нет, нет. Глупости, ты сможешь прочитать его должным образом. Нам не помешает разнообразие. Вот что прекрасней всего в этом мире под лунным. О, новая версия! Милого друга лицо, его блестящие очи. О, как романтично! Это новая версия! Третьи же яблоки, спелые дыни и груши. Моя любимая строфа! Алексиус, твое видение моих стихов помогло мне проникнуться ими сильнее. Ты изменил слова, но сколько в них было чувств. Рад, что ты оценила. Что за праздник поэзии без головорезов, затевающих драку? Проксила, уходи отсюда. Я с ними справлюсь. Каждый год такое. Проклятые глупцы напиваются и погибают. На праздниках поэзии не приходится скучать. Да уж. Мне нужна минута перевести дух. Вернемся в мой шатер. Все закончилось хорошо. Проксила, мне потребовалось много лет полных душевных терзаний и слез, чтобы решиться прийти сюда. Я Орхимед, твой сын. Когда я узнала имя вора, я поняла, что им можешь быть ты. Я хотел, чтобы ты страдала, как страдали я и мой отец. Но раньше я знал тебя лишь как мать, что бросила меня, а теперь узнал как поэтессу. После смерти меня прежней, я оставила в прошлом самое ценное, что у меня было. Как и Адонис. Ты не мертва. Никто из вас. Не упустите свой шанс. Попробуйте начать все заново. Спасибо за твою помощь. Я уже влюбилась в стихи, которые пишу.